В железнодорожном районе недалеко от автобусной остановки улица Большая в двухкомнатной квартире высотного дома сгорела лоджия. Пожарным звонили и погорельцы, и соседи, живущие этажом выше. Приехавшие на вызов расчеты площадь ЧП оценили в 15 квадратных метров. Горели домашние вещи. На улицу эвакуировали 6 человек. Среди спасенных были двое детей. Они находились в загоревшейся квартире. Помощь медиков, которые дежурили у высотки, никому не понадобилась. К горящему балкону на 9-м этаже пожарные провели лестницу и магистраль. Вещи пролили водой. По рассказам местных, ночью из жилья погорельцев доносились звуки шумных возлияний, а днем перед самым ЧП на левой половине сдвоенного балкона отдыхал мужчина с сигаретой. Нервы хозяев близлежащих квартир сдавали. Ты мне чуть не угорел. Да мне нет, ты хоть ты сгори, хоть вывалился. Я сына спас, понимаешь? Меня не это что-то будет. Ты мне сейчас будешь ночевать каждый раз трезвый. У главы семейства, в квартире которого случилась беда, имелась совершенно иная версия событий. Мужчина заявил, что на лоджии загорелся матрас, и его якобы подожгла 6-летняя дочка. Девочка играла на застекленном балконе, пока ее родители и 11-месячный брат спали. Тоже не скажу, что мы такие, ну, выпиваем, курим бывает иногда. А дочка добежала, подошла. Мне просто соседи сказали внизу, что там кто-то спал на балконе. Не было. Она просила, у нас видите, у нас балкон двухсторонний, но на улице много не гуляет, бывает, а на балконе гуляет. По словам хабаровчанина, девочка поняла, что сделала что-то не так. Она разбудила папу и извинилась за поджог. К тому моменту потушить огонь самостоятельно мужчина уже не мог. Погорелец занялся спасением семьи. В результате ЧП огнем уничтожена не только лоджия. В серьезном ремонте нуждается гостиная. Пострадала и перегородка, разделяющая балконы соседей по этажу. С места происшествия Юлия Рябцева, Юлия Зима и Павел Рогатин.